Многие белорусы часто наведывают Вильню. И я пропоную кожному, кто выправляется в нашу старозитную столицу, хоть однойчи пройти мицкевичевскими стежками по Вильне, наведать Вильнинский университет, где он учился, подойти до базельянских муров, где Адам Мицкевич был зневоленный с своими сябрами, филоматами и филаретами, знайсти дом, откуль ён завсёды выехал в высылку у глыб России, каб николи больше уже не побачить родимы. Литва, батьковский край, ты, як здоровье тое, не ценим маючи, а стратим золотое шкода, як и красы твое мой родный краю, тугою по тебе, тут в образ твой створаю. Классик белорусской и польской литературы Адам Мицкевич народился 24 снежня 1798 года у фольварку Завостя на Новоградщине, у семьи судового адвоката. Тут у Завостя, а позднее у Новоградку, прошли дитячие годы поэта. У 1815 годе Адам Мицкевич поступает у Вильнинский университет, головную, наивысшую научальную установу на землях былого Великого князства Литовского. Менавіта тут Адам Мицкевич со своими сябрами Яном Чачотом, Тамашем Заном да іншими створяет тайные товариства с початку филоматов, а после филаретов. Гэтые таемные организации стали новой приступкой развития национальной культуры, одним из первых ластовок белорусского отраджения. Мне наибольше подобается такое ненавязливое отоясамление особы Мицкевича с Белоруссией, якое зробил в светлой памяти Сократ Янович. Он мне, как на святкование 200-годия с дня народину Мицкевича, сказал, что новгородская земля народила безлич талентов. Например, она народила двух гениев, двух Мицкевичев. Один Мицкевич, Адам, написал эпопею 18-го стагоддзя «Пан Тадеуш». Другий Мицкевич, этим разом Константин, написал эпопею 19-го стагоддзя, которая называется «Новая земля». Говорка идет про Якуба Колоса. Поэтичная творчесть филоматов Яна Чачоты и Ануфры Петрашкевича, что першими звернулись до фольклорных богатств своего народа, поуплывала и на Адама Мицкевича. Замест классичных формул, он шукая новые стяжины у своей творчести и находит их у романтизме. На это не могло не поуплывать и нечакано сустретое кахание. Улетку 1818 года Тамаш Зан знакомит Мицкевича с Марылей Верашчанкой. Але почуццё молодых людей так и застанется несправджаным. Марыля уже была обяцаная графу Ваўжынцу под камеру и неузабаве вышла за его замуж. Однако хутка Адам Мицкевич стратит не только кахание, але и будет вымушены покинуть свою родзиму. После выкрытия царскими уладами таемных товариств филоматов и филаретов, многие из их удельников были высланы за межи былой Речи Посполитой. У 1824 годе Адам Мицкевич выезжает в Россию. За 5 годов, что проведе поэт с початку Петербургу, потом у Москве, он познакомится и сблизится со многими знакомитостями российской литературы – Пушкиным, Жуковским, Грибоедовым да иншими. Тагачасный жарт оповядал про то, как аднойчы Пушкин, соступаючи Мицкевичу дорогу, смехом сказал: «С дороги двойка, туз иди!» На что Мицкевич нібыт отказал так: «Ты
козырная двойка и туза б'є. У 1829 годе на британском пароходе «Георг IV» Адам Мицкевич покидает Российскую империю. И, как окажется, назавсёды. За наступные годы поэт будет богато подорожничать по Заходней Европе. Немеччина, Чехия, Швейцария, Италия, Франция. Але наибольш за усе остатние уразить Мицкевича Рим. У вечном городе Мицкевич певный час выучал працы старожитных историков. Позней поэт обирая местом своего сталого жыхарства Париж. Менавіта тут у 1834 годе была скончана поэма эпопея «Пан Тадеуш», гимн родной Беларуси и успамин про свое несправджанное юнацкое каханье. Поэт до конца життя подтрымливал сувязь с колишними сябрами филоматы. И так атрымалася, что перажил их Яна Чачота на 8 годов, а Тамаша Зана только на 3 месяца. Помер Адам Мицкевич 26 листопада 1855 года у Константинополя. Белорусский и польский поэт, филомат, патриот своей айчины Речи Посполитой, один из починальников белорусского национального отраджения. Адама Мицкевича лічат своим поэтом и поляки, и литовцы, и белорусы. Я меркую, что его не треба и нельга поделить. Это гениальный поэт польско-белорусско-литовского помежа. Менавіта таким его треба успрымать. И зусім не выпадково. Все эти три народы знову и знову звертаются до творчей спадщины Адама Мицкевича. Сколько было спречек про Адама Мицкевича? Чи он поэт, чи он гений? Польский, литовский, белорусский. Але не все усведомляют, або не хотят говорить, не хотят усведомлять, что Литва, про которую он писал, это и была Беларусь. Его народная Новгородщина. Он не ведал литовской мовы. Сегодня говорят, что Мицкевича нельга делить, что Мицкевича, и я с тем згодны, треба лечить агульным набытком трех народов – польского, белорусского, литовского. Как выказался один ведомый доследчик творчества Мицкевича, что мы должны делать с этим жидо-белорусином, который по-польску вскликнул «О, Литва, ойчизна моя!»